Всего региональное отделение партии «Единая Россия» планирует провести мониторинг 140 школ Московской области. Он пройдет в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда». Необходимо, чтобы во всех российских школах были созданы комфортные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Не избежали проверки и школы Одинцовского района. Мы сегодня в ходе поездки в поселок Часы, Горки 10, в Барвиху, значит, посмотрели, как в школах реализуется концепция создания вот этой безбарьерной среды. Значит, то есть состояние, допустим, создание там условий для детей с малой подвижностью. Это такие вот пандусы, как вы видите здесь, например, подъемные механизмы. Значит, специальная плитка, значит, специальные условия для детей с ограниченным зрением, значит, специальные туалетные комнаты для детей-инвалидов, парты, значит, и другое оборудование. Все три школы проверку прошли. Основные требования были соблюдены. Пандусы, по которым можно без проблем подняться на коляске, специально оборудованные туалеты, тактильные плитки для слабовидящих. Однако не везде имели специальные парты, не были установлены рельефные указатели кабинетов. Ни к одной из школ не прикреплен сурдопереводчик. Директоры образовательных учреждений пообещали исправить все выявленные недочеты и к следующей проверке быть готовыми на 100%. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».